Всем привет! YouTube выпустил ролик насчет того, что скоро не будет отметок, сколько дизлайков стоит на ролике. То есть сам значок дизлайка останется, в творческой студии автор может видеть, сколько ему дизлайков поставить, но для остальных зрителей этот счетчик будет отсутствовать, будет видно только сколько лайков. Поэтому основная суть новости, теперь вы тоже это знаете, если вдруг не знали. Но почему я даже решила записать видео, потому что настолько забавно наблюдать, как человек искренне удивляется тому, что, оказывается, люди могут ставить дизлайки просто потому, что хотят захейтить автора. Как оказалось, есть счастливые люди, которые не знают, сколько хейтеров существует в этом мире. И что мало кто на самом деле оставляет негативный отзыв для того, чтобы помочь другому человеку понять, что ролик плохой, или как-то донести до автора, что этот ролик хуже, чем его остальные. С одной стороны, это мило, что есть люди, которые верят в хорошее, но с другой стороны, это на самом деле меня позабавило. Вот мне интересно, напишите сами в комментариях, как часто вы ставите дизлайки на видео и почему вы ставите дизлайки? То есть для чего вы ставите дизлайк? Потому что если ролик мне не нравится, я, например, просто закрываю его и ухожу. То есть я никогда не ставлю дизлайк на ролик. У меня есть или ролик, который мне понравился, я досмотрела его до конца и поставила лайк, или мне ролик не нравится, и я просто с него ухожу. Ну, это моя такая позиция. Мне будет интересно почитать, как вы поступаете, ваш взгляд на эту проблему. Ну, в общем-то, это все. Всем пока!